Сейчас я вам покажу и расскажу о нашей бредовой идее, которой мы тоже так же повелись, как и многие в интернете. Значит, вот он, общий наш план. Не судите строго, осень, внуки уехали, мы уже пруд не чистим, потому что его будем уже убирать, воду окончательно чистить и на зиму уже его как бы укрывать. Здравствуйте. Мне идею снять этот ролик подбросил один блогер Рязанцев Владимир. Он зашел ко мне на сайт, а потом я к нему как бы параллельно взаимно зашла. И я увидела там у него ролик о пирамиде. О такой вот пирамиде. Конечно, у него не такая пирамида повыше, но я хочу рассказать о своей пирамиде. Лет 5 тому назад мы с мужем загорелись постройкой пирамиды для добывания воды вот в этот прудик, который мы сделали давно, и когда нет подачи воды, была проблема, что у нас он пустовал, этот бассейн маленький. И загорелась такая идея, и мы бросили клич своим друзьям: кто к нам приходит в гости, обязательно по камешку приносите. Смехом, смехом, но как бы нам эти камешки несли, везли наши друзья и сами собирали. Едем мы по дороге, поле, и на полях раньше лежало много таких камней. Ну и насобирали мы довольно хорошую кучу и стали делать эту пирамиду. Был даже такой чертеж, муж делал, я даже покажу его немножко, как мы его делали. Вот. И расскажу. Вот она схема. Вот оно должно было быть. Вот здесь мы заливали бетон. Вот здесь. А здесь камни. Здесь вот выходила у нас труба. Это вот в разрезе муж рисовал. Вот это бетон. Здесь под наклоном должна была вода поступать с этих камней. Поступать должна была в трубу и как бы в пруд. Но как бы тщетно мы не ждали, мы не дождались воды. И решили мы сделать детскую, просто детский пруд и детскую площадку. Что у нас получилось, я сейчас просто вам покажу. Значит, у нас была пирамида около, больше даже 2 метров. Мы ее разобрали, камни пустили, вот как видите, камни хорошие. Мы пустили по периметру, вот так вот, прудика этого всего, чтобы пруд плотнее держался. Вот они, камни очень хорошие, добротные. Вот как бы вот эти вот. И сделали немножко ниже, и муж сделал для детей эту площадку для внуков, чтобы они здесь играли. Он просто камни зацементировал. Зацементировал. И вы знаете, если вам, ну, там дальше у нас площадка детская укрыта. И вы знаете, даже вот мы ни капли воды не получали по трубе. А когда дожди идут, вот по вот этой вот идет пирамидке, которая у нас зацементирована с орлом, поступает вода, течет прямо по этим камням и стекается прямо, когда сильный дождь, конечно, и стекается прямо в этот пруд. Вот. Бредовая идея наша закончилась, и мы превратили вот эту пирамидку вот такую в детскую площадочку. Пусть внуки на здоровье играются здесь, и им хорошо, и как бы я считаю, что неплохо мы соорудили.